Доброе времени суток, друзья! Вы на канале Hard Reset Info, и перед нами Samsung Galaxy S22 Ultra, и в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве поменять цветовую схему. Для этого заходим в настройки и выбираем пункт «Экран» или же «Дисплей». Здесь у нас есть два варианта – это светлая тема или темная тема. Больше видео о данном девайсе смотрите у нас на канале, подпишитесь, поставьте лайк и всего хорошего! До свидания!